рыба плескается. Надо закидывать наживки. Отличный, по-моему, заброс. Поздравляю, первая стоит. Уже можно ждать поклевку. Ловись, рыбка большая и прибольшая. Самая ловучая будет. Привет, привет, друзья, я здесь. Я почти выздоровел. Да не почти, а выздоровел. Свеж, молод, здоров. Готов к приключениям, рыбалке, охоте. Все, что угодно. Дайте я вас поцелую. За вкусные комментарии и любовь ко мне. Спасибо, что желали мне здоровья, счастья и всего такого. Я снова в бою, в строю. Алла, что там, что там? Ну-ка, 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 сейчас разберусь. Всем привет. Всем привет, друзья. Наконец-то мы выехали на рыбалку с сыном. У меня, по-моему, слеза вот на левом глазе просто самопроизвольно. Не знаю, что за жизнь такая, ну, наверное, она современная. Пацану некогда, и я его особо на рыбалку не тащу. Есть желание, он выезжает, но также обязательства перед школой, учебой. Также друзья, также компьютеры, телефоны, бассейн. Что там еще у тебя? Баскетбол. Гитара. Футбол. Все, девчонки, все дела, 13 лет, надо понимать. Как-то мы с пужом справляемся на рыбалке, но вот так вот наконец-то выехать, я очень рад. Ты рад? Конечно. Точно, сейчас только вспомнил, сегодня мы ехали с тобой, говорили, когда последний раз были на рыбалке. Зимой мы были с тобой на рыбалке. Щуку ловили, когда воблу наловили. За щукой поехали, а воблу наловили. Мы сегодня на прекрасной реке Батюшка Бузан. Так я его зову. Шикарная река, красивая. Всегда меня на нее тянет. Ну, не всегда находится время. Посмотрите, какое место. Просто рай. Рай. Клевый край. Тут уже, конечно, было видно, что люди здесь были, но достаточно культурные. Здесь под костер. Так вроде особо не видать мусора. Ну и полянка такая. Вон, посмотрите, сколько у нас вещей. Мы сегодня с ночевой. Пыжик с нами, веселый, здоровый. Спасибо, ребят, что желали ему здоровья. Все такие добрые. Все пыжа любят. И он, в принципе, уже все, свеж, молод и здоров. Жарко, но бегает, носится. Ему здесь очень-очень нравится. В первую очередь закинули, конечно, удочки. Две на жмых, одну на саранчу. Здесь такой свал сразу идет. Мы сейчас заходили, сразу с сыном покупались. Сразу почувствовали, что такой прям яр-яр, прям хороший яр. И, судя по удочкам, ну, метров на 8 мы закинули, докинули. Есть у нас, смотрите, раколовки. Есть малечник вот такой. Ну, она же и раколовка, и малечник, но чернильница. Размеры не превышают 80 сантиметров. Три раколовки на человека, 6 штук у нас есть. Под малька у нас есть. Есть саранча, жмых. Червь зеленый. В общем, начинаем рыбалку. Надеюсь, будет интересно. Ну, нам будет точно интересно с сыном выехать на рыбалку, посидеть возле костра, дров, море. Вообще красота. Поехали. Не знаю, где под малька поставим. Накидал туда он хлебушек. Такого типа раколовку. Главное, чтобы она не плыла. Пока вот здесь пускай постоит. Потом поглубже переставлю. Красавец какой. Что, красный, розовый, как думаешь? Не знаю, мне кажется, красный. 75% всех арбузов красные. Неправда, это не из-за этого. Из-за того, что твой батя на бахче работал все детство. И уж арбузы выбирать точно умеет.
косточек мало, должен быть сладкий. Вкусно? Угу. Вот так, по колхозному. На импровизированной основе. Да. Ну, когда арбузы собирали, грузили, вообще вот так подойдешь, обед, время обеда, грубо говоря, или там пить захотел, угу. Бутылки с водой с собой не было никогда. Угу. В песке, где он растет, подойдешь, один арбуз сорвешь, разобьешь его, руки в нем помоешь. Второй арбуз берешь, разбиваешь, серединку съедаешь. Посидел, отдохнул, серединка самая сладкая всегда. И дальше пошел кидать. И так с самого утра до самого вечера в шеренге вот такие арбузы перекидывали пацанами. В твоем возрасте, кстати, в 13 лет. На дискотеку зарабатывали. Нам тогда... Ну, что-то рублей 350 или 400 в день платили. За весь день. Одна поклевка была, да? Ты говоришь, только вот нажмык. Угу. Мне показалось, все-таки на саранчу. Я мимо ходил, видел, она немножко шевелилась. Это же мы раком взяли наживку. Ты же не будешь требуху есть. Да твоя эта еда, это требуха. Сейчас хочу в раколовке ее зарядить. Вот так. Взял колышек. Колышек сюда вот леску. Леска идет к основанию раколовки. И так вот раколовка должна встать, по идее, под водой. Сейчас порежу сюда требуху, кину. В принципе, очень сильный запах у нее, все знают. И мясо, протеин, белок. В принципе, рак, я думаю, это любит. Туда же еще кину, сейчас посмотрю, если есть малек живец, то тоже туда докину. И таких вот у меня приготовлено 6 штук. Сейчас буду расставлять. Голос! 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 Молодец. Не знаю, мне кажется, должно сработать, Пыш. Ты вон как требуху любишь, вкусно тебе. Неужели раки не любят ее? Держи. Давай проверим. Может быть, карась какой-нибудь. Колокольчик снимай. В первую очередь. Давай. Червя подсадил зеленого, может быть, карась. Да выше тогда иди, выше, чтобы он не задевал. Ну да, какая-то тарашечка есть. Сейчас уйдет. Давай, подводи. Лев, ну собирай катушку собирай. Вот, давай, доставай. Густера на ужин. Ай-яй-яй-яй. Тянет-то там у нас сорончина сидит. Во. Это саминая поклевка. Саминая поклевка. Дождались, Лев. Вообще ничего не было. Главное теперь не слить его. Как мне кажется, нормальный саменок. На зарёвку бы нам на вечер, да? Ага. Я ждал этого. На самом деле, говорю, вот если мелочь не будет замучивать, то может быть хоть нормальное что-то будет клевать. Мурашки. Мурашки. Сын чистит картошку, думали, все. Сейчас одной картошкой поужинаем и хорош. Вообще поклевок нет. Одну таравку поймали. И то он ее упустил. Я ее из воды здесь руками уже поймал. Смех, да и только. И вот на сранчу сейчас хорошая поклевка, ребят. Но там крупный крючок стоит. Это не сазан, но и не голавль. Нормально так идет. Должен быть нормальный саменок. Так бы нам на жарёвку хотели. А? Опа. На жарёху пойдет. Оп, нам на двоих с тобой.
Ага. Красота, чистое мясо. Чистое. В смысле, без костей сейчас пожарить. Ох, красота. На еду так вообще не грех. Такого взять, чтобы сразу съесть. Ну все, ужин у нас уже состоится. Рыбалка началась. Будем теперь только, конечно, конкретных брать. Полное брюхо у него. То ли саранчи, то ли чего. Полно там всего. Все, на еду есть. Все, Пыш пошел на охоту на змеиную. Хороший поклевки. Ну-ка сними колокольчик, ага. Вот смотри, запомни, куда положил колокольчик. Потом искать будешь. Сейчас ждем, если вот как потянет, то так вниз туда пойдет удочка, так ты ей в обратку как бы засекаешь, угу, чтобы крючок впился в пасть. Ждем. Затихло. Маленький есть, не, не, это что-то мелкое, походу, пытается. Даже вот этот саменок небольшой, он видел, он потянул сначала. Ладно, ждем. Все, расставил рыболовки. Вот эти колышки торчат на разной глубине. Там он, где самый маленький, там уже свал. Уже под 2 метра глубина. Ну и здесь по-разному. Где-то в рогозе, где-то больше на течении, где-то на мелике. По-разному приманку привязал. Даже 2 сосиски положил. Привязал на леску, чтобы не выплывало. Заметил, что наживка выплывает из этих рыболовок. Посмотрим. Завтра, наверное, будем проверять. Пыш! Пыш! Скоро будет ужин, Пыш. Не расстраивайся. Раз здесь костер собираются разводить, значит, есть будут готовить. Раз будут есть готовить, то я никуда отсюда не уйду. Пыш, уйди. Ну да, сейчас тебя разведут костер. Пыш, уйди, 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 уйди. Опа, хорошая поклевка. Такая резкая, правда. Сазан обычно так не делает. Ну, ждем. У нас прям рядом здесь будет костерочек с удочками. Ух, как там. Не знаю, куда смотреть. Как сын костер разжигает. Ну что, попробуешь картошку на костре пожарить? Первый раз в своей жизни. Давай. Смотри, я вот ее порезал.
Вот, и теперь немножко солю и так перемешиваю здесь в чашке. Приготовь большую сковороду, а вон она стоит приготовленная. Найди, где у нас масло подсолнечное. Картошечку пожарим. Самянка достанем, я его на этом. На плитке на газовой приготовлю отдельно. Ну и буду следить, смотреть, чтобы ты нормально пожарил картофан. Так. Есть. Какие-то специи есть у меня в старых запасах. О, самое главное, что есть, смотри. Химия от комаров. Ура. Все, мы спасены. У нас будет нормальная начетка. А то я боялся, что я не взял. Специй нет. Соль, картошка, рыба жареная. Нормально. Ну и все. Ну, давай попробуем кастрюлю, эту сковородку поставить. Самое главное, когда готовишь на таком кострище, то, что ты должен регулировать сковороду. Она должна сильно гореть, она должна вот, ну, типа вот так стоять как-то. Чтобы она не упала туда. Гравишки, если будешь подкладывать, то аккуратно, прям вот так. И следишь вот за этой. Все, пошла она уже греться у тебя. Смотри, принцип такой, что сейчас нагревается сковорода, наливаем достаточно, ну, такой, знаешь, вот, вот такой слой масла, прям с маслом. Загружаем картошку, и 15-20 минут она просто шкварчит, ты ее не трогаешь. Потому что если ты начнешь ее шебрушить, она у тебя ломаться начнет. А так она у тебя поджарится, вот эта корочка поджаренная станет, и ты тогда спокойно ее отковырнешь уже от днища и перевернешь. И тогда она уже начнет дожариваться. Хорошо. Так, ну а я приготовлю пока. Смотри, аккуратно я тебе здесь вот поставлю картошку рядом с костром. Хорошо. Помидоры с огурцами пока помоешь. Хорошо. Такие спартанские и босяцкие условия у нас. Не знаю, мне так по приколу. Когда именно так по-простому. Деловой, это мое место, я сейчас здесь жарить буду. Ничего не знаю. Да, столик забыли. По-моему, в прошлый раз мы точно так же с тобой стол купили и в магазине вообще забыли. Да, кстати, в магазине. В этот раз дома забыли. Нам не везет с этим столом. Опять придется на холодильнике готовить. Нормально вообще на холодильнике готовить? Кому скажи, как это на холодильнике готовить? Ровно ставь. Старайся ровно. Если не дай бог, сейчас масло туда попадет огонь, оно загорится у тебя до самых небес. Все, хорош. Ровно ставь. Красота! Воду не выливай никогда. Вода сейчас будет брызгаться. Да, знаю. Опа. Так ровненько распределили сверху. И все. Расставили. Сильно не дергать. И жарится. Костер, смотри, не добавляет. Видишь, она сильно шкварчит. Слишком много жара. На сазане вообще тишина. Главное, я в прошлом году именно здесь, на этом месте был. Но воды было меньше, еще меньше. Сейчас вроде немного воды, но такой уровень, нормальный. В прошлом году было еще меньше. И здесь вот прям именно на этом месте прям неплохо сазанчик клюнуло. Сейчас тишина. Почему? Что по помидорчику? Имба.
хорошо. Респект. Не смотри, давай, давай. Респект моим пацанам и всем братишкам. Алло, мам, привет. Да, привет, сынок. Как дела, мой родной? Хорошо. Летом, говорит, не замерз. А ты там не замерз? Холодно мне, холодно. Он всю одежду у меня забрал. Вот так. Еще раз привет. Что там, папа, мешает тебе, Лев, да? Да уж. Рыбу присаливаю заранее. Для того, чтобы она немножко взяла в себя соль. И потом на сковородочку. Ну, снимай. Слишком сильно. Видишь, костер такой? Пошел, надо убирать. Вот так положу, увидел, что сильно. На плите так не делай. Да. Убавляешь, если видишь, что сильно начинает корчать. Здесь то же самое. Палочки раздвинул в разные стороны. Все. Температура упадет. 22.01. Слушай, на меня пока еще вообще ни разу комары не укусили. На меня тоже. В этом, конечно, это невероятный кайф. Я и на самом деле сюда так повыше хотел поехать. Так бы считается выше. Ну, хотя вроде вниз уехали. Почти на уровне Астрахани. Вот на таких больших реках, причем там, где повыше, почему-то меньше комаров. На маленькой речке я был, там просто вот, вот так вот все кипело, кишело. А здесь вот сидим прекрасно. Дай мне, пожалуйста, вон тарелка еще пластиковая. Конечно, конечно, и у тебя ужин. Ну, какая требуха, да? Красота. На, кушай. Все, лучок пошел. Раз лучок пошел, значит, почти готово. Сейчас наедимся и спать будем. Самое главное, что мы сомика поймали на ужин. И это самое главное, чтобы перекусить вкусно, чуть посидеть, пообщаться, без женских ушей, чисто по-мужски, да?
И все. Ну а сазан клюнет, клюнет, значит, ночью. Может быть, мелкого нет. Может быть, хороший подойдет именно ночью. Ну, в любом случае, завтра еще можно поискать. Можно быстро собраться с утра и другое место посмотреть. Все, ребят. Жизнь удалась. Сил уже нету. Сын говорит, есть хочу. Начнем мы уже. Нам приятного аппетита. А вам приятного просмотра. Вот. Ну и также счастья, здоровья, удачи, всего самого-самого лучшего. Да. Так, давай я тебе вот сюда вот выложу тоже рыбу, сбоку хотя бы. Тебе не обязательно ее есть, просто там, меня выкладывать некуда просто. Я уже следующую положу, жарится. У нас пускай это лежит. Собаку положено как раз в ночь кормить. Я просто ему объяснить это не могу. Вдруг картошечку захочешь, прям можно со сковороды брать. Ну что, по-моему, неплохая картошка получилась. Что вообще даже не скажешь? Вкусно, невкусно? Вкусно. Ну все. Куда рыба? Рыба вкусная, пробовал хоть? Ты, по-моему, рыбу не ел. Ел? Три куска. Лосись, самая классная рыба. Меньше всего костей. Нежная, вкусная. И чистить практически не надо. Да. Я бегу по выжженной земле. Вермаш в глазах, но пух на ходу. Мой фантом стрелою белый на распластанном крыле клёвом набирает высоту. С рёвом набирает высоту. Вижу вдалеке, ищу медаль. Нарушать такую просто жаль. Жаль, что ты её не видишь. Куда ж ты недалёк? Мой фантом несётся на восток. Делаю я левый поворот. Теперь палача не пилот. Нагибаешь нас прицелом, и ракеты мчатся к цели. Перейдешь в один заход. Вижу в небе белую читу. Мой фантом теряет высоту. Катапульта, вот спасение. И на стопах напряжение. Где-то в пенке из упор я иду. Тот, кто приземлился, тот же миг. Из кустов раздался дикий крик. Желтолицые вьетнамцы бегут, как зайцы, как яйцы. Просто этот, у тебя и голос, и все хорошее. Ты просто, ну, четче, как будто ты этот... съедаешь, как бы, съедаешь, как будто эти слова. Сейчас я буду. Мямлишь, как будто, мямлишь. Ой, маме засними, сейчас я играть буду. Да? Она просит этого, ждет она. Значит, нам повезло. Больше надежд нету. Скоро кончится лето. Лето.
третий куплет знаем. За окном. За окном где стройка? Работает кран и закрыт. Пятый год за углом. Ресторан, а на столе стоит банк. А в банк тюльпана на окне стакан. И так идут за годом, год так и жизнь пройдет. И в сотый раз маслом вниз упадет. Бутерброд, но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет. Я жду ответа, надежд нету. Скоро кончится лето. Рука берет от курды, а далеко. Во шаге той холодной, где все против одного. Он был обычный малый, просто этого хотел. Все думали, он падал, оказалось, он летел. И вот я на сцене стою, и с нами бы все в унисон. Но помню, как песни пою в том, а зале пустом. Из этого вынес урок, свои не меняет тропы. И если я это смог, сможешь и ты. Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще. Если гнуть свое, а мечтать все так же. Дальше больше, дальше больше. Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда там, где проще, лучше. Мечтать все так же. Дальше больше. Дальше больше. Можно петь, не зная слов. Можно петь, не зная слов. И молчанием сказать. Можно выше облаков и без крыльев полетать. Тот любит, тот поймет. Ведь у каждого в груди. И смеется, и живет то, что делает людьми. Как без карт найти пути, как забыть и где прощать. Я не знал, что впереди было главное начать. От набросков первых слов, кто писал свою тетрадь. Дальше больше, так чего еще нас ждать? Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда там, где проще. А мечтать все так же. Дальше больше, дальше больше. Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще. Если гнуть свое, а мечтать все так же. Дальше больше, дальше больше. Спокойной ночи. Да. Доброе утро, Пыш. Пыш Антонович, скажите, пожалуйста, вам сосисочку поджаривать или как? Или так съедите? На, завтрак. Оп. Доброе утро всем. Не совсем доброе, не совсем рыбацкое. Но тем не менее утро. В хорошей компании. Замечательно. Такой у нас кемпинг-отдых получается в этот раз. Я в шоке, если честно, ребят. Ни одна удочка за все время, ни за ночь, ни за утро на сазана. Ни одной поклевки, даже карася нет. Что в чем причина? Я грешу на то, что воды много. И такое ощущение, что в последние дни дали воду, и она прибавилась на этих местах. То есть где-то рыба прибавилась, отсюда сазан, может быть, немножко ушел в течение, в малые реки.
только такое предположение. Ребята вот квочат сейчас, прошли вниз, ни разу не видел ни одной поклевки. Тут ребята приехали, москвичи встали. Утром рано сейчас подходили, беседовали. В прошлом году они отлично здесь отловились в этом месте. Но и я сам здесь ловил. И вы все видели, здесь прекрасные были поклевки, хороший сазан был, хороший улов был. Ну, нам остается только вот сейчас приготовить завтрак, все-таки раз мы здесь на месте. Я хочу куда-нибудь поехать еще на пару часов, попробовать какое-нибудь местечко. Может быть, на малой реке, ямку какую-нибудь. Все-таки будет стыдно приехать домой без рыбы. Хоть мы отлично отдохнули, посидели, и Лёва выспался шикарно, да, Лёв? Скажи свое мнение. На, поговори с камерой. Пройдись, я не умею. Пройдись, поговори. А потом если что вырежу, не переживай. Болтайте нибудь на камеру. Интересно, ты все время молчишь. Ну. Просто так туда отойди, скажи всем привет, друзья. Хочу сказать свое мнение об этой поездке. И прям вот что есть на душе, все говори. Вырежем потом вместе. Всем привет, ребята. Я хочу высказать свое мнение о поездке. Мне поездка понравилась сама по себе, потому что мы выехали наконец-то год, раз один год уже с папой, наконец-таки. Хоть пока мы ничего не половили, не умею говорить в камеру все-таки. Вырезает, не нужно никому. Пошла жара. Хватит? Конечно. Все, спасибо. Лёв, он сосиску закапывает, представляешь? А мы думаем, он голодный. Вот морда. Ну что, лагерь почти собрали. Лёв, сюда вот надо все это перенести. Я пока сейчас раколовки проверю. Да, вот так вот складывай на этот, на дерево. Что сможешь, подтаскивай, что тяжелое, я потом сам перетащу, хорошо? Ну что, пойдемте посмотрим, что у нас за ночь поймалось в раколовке. Последний шанс этого места на реабилитацию. Щучки, некрупные щучки в основном здесь обитают. Вот они, плескаются. Самое интересное, первое. Такая типа зонтика. Вчера очень много рыбы здесь поймалось. О, две черепахи. Какой две? Раз, два, три. Четыре черепахи залезли. Как они пролезли через такие отверстия. Офигеть. Черепах живых когда-нибудь в руки брал? Иди сюда. Возьмешь домой в аквариум? Не люблю я их. Видишь, как динозавр. У нее рук клюв открывается. Что, дорогой, как тебе рыбалочка в наших местах, а? Не очень. Ага, вот и мы за халявкой полезли. А халявка хоп и нас там предала. Ловушкой оказалась. О, вот это я не люблю, вот эту собаку. Он меня съест. Чё, Пыш, ага, чувствуешь, чем пахнет? Все, пускай живет. Беги, тортила. Живи. Отличная маляточница. Очень хорошо в нее, конечно, живец именно идет. Никого.
абсолютно никого. Даже вон малечек застрял, а раков нет. Может быть, из-за того, что здесь течение и не особо ровное дно, вполне возможно. Удивительно, даже он второй раз уже. Интересно. И какие-то... А, ну это хищник, наверное, я подрал. Беги. И ни одного рака. Хотя так шикарно прикормка лежит. И даже рыбка залезла. И никого. Обидно, да. Но ничего не поделаешь. На самой глубине под увалком стояла. Фига я забил, чтоб не снесло. Боялся, что течение смоет. Да что ты будешь делать? Тоже никого. Вообще никого. Сосиска покусанная только вся. Интересно, кто ее так покусал. Ну вот, в общем, как-то так, ребят. Ну что, ребят, проверили мы вот такую еще одну замечательную речку. Я не знаю даже, как она называется, но она вытекает из Бузана и куда-то на низа уходит. Думал, что, может быть, в маленькой реке будет сазан. Может быть, сейчас много воды, и он ушел сюда. Ну сколько мы здесь? Часа три, наверное, четыре пробыли, да? Четыре. Ни одной поклевки. Ни карася, ни сазана. Я не знаю, почему. Очень много мелкого малька этого года. И вся рыба бьет. У меня подозрение, что и карповые тоже сейчас наелись этого малька. Может быть, поэтому не берут растительную пищу. В общем, не знаю, буду я размещать этот ролик или нет. В любом случае, не ругайтесь, рыбы нет. Но кадры интересные. Мой канал достаточно экспериментальный. И, возможно, этот ролик вышел
как хотя бы ради эксперимента. Понравится он вам или нет, это другой вопрос. Нам со львом на память. Так природа, судьба распорядилась, чтобы не было рыбы. Зато мы вдоволь наобщались, накупались. Наелись нет. сама жареного арбуза, накатались на машине, причем оба за рулем по таким проселочной дороге. Пыжика выгулили, он довольный. Выспались, надышались воздухом, отдохнули. В общем, я счастлив, сын, что я с тобой выехал. Редко у нас это получается, и я счастлив даже без рыбы. Вот если бы я один поехал, рыбы не поймал, я был бы сейчас очень грустный, а так... Так мне кайф. И мне. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что-то было интересно. До встречи под водой, над водой. На рыбалке, на охоте. Где еще? И просто в путешествиях. И просто в приключениях. Пока. Мусор собрали, собака довольная. Поехали. Хватит валяться, поехали домой. Кадр.